Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Смотрите, какое красивое утреннее аргентинское солнышко. Вот, на Авенида Либертадор. И, собственно, Гринин, утренний завтрак, Starbucks. И графики, конечно же, графики. Срочный обзор, друзья, потому что биткоин отстрельнул. Биткоин отстрельнул у нас с вами. Посмотрите, после сигнала, кстати, на Candle Wave, четкий сигнал, buy. И свеча на уже на 2,5%. И мы закрыли вот этот ковш большой медведицы, мой любимый паттерн, когда мы уходим ниже, потом W-шечка и назад. Ребята, всех поздравляю, кто в профите. Candle Wave отработал отлично, уровни отработали отлично. Мы об этом писали у нас в Телеграме, так что обязательно проверьте, подписаны ли вы к нам в тележку. Тоже сейчас она появится у вас там. И, собственно, что хочется сказать, куда это дальше пойдет, вот эта палка? Как бы в моменте, по-любому, это может быть движение скорректировано. Посмотрите, как четко биткоин закрыл все это падение, опять же. И если посмотреть даже грубо вот с этой вершины, в 27500, до вот этого лоу-ва, то мы сейчас как раз приходим к за уровню золотого кармана. Если мы мыслим в рамках коррекции, да, того, что это все еще может быть даунтренд, то вот где-то сейчас плюс-минус и можно крыть совсем такие спекулятивные, там, краткосрочные, да, там, лонги, грубо говоря, скальпы. Потому что можем пойти вниз отсюда. Но, честно говоря, я пока не торопился с такими заявлениями. Тем более, по битку у нас, смотрите, на недельках, на MRI, индикаторе Атона Вейса, MRI buy, на недельном сайфере зеленая точка. На мой взгляд, тут шортить сейчас как минимум опасно, а как максимум глупо может оказаться. Смотрите, на эфире то же самое, нет зеленой точки еще здесь, но тоже MRI buy. Отличный сетап. И для тех, кто не видел вчерашний стрим с Тоном, обязательно посмотрите, сейчас он появится вот там. Он там по дэшу дает офигительный сетап заходной. Тон Вейс, сам Тон Вейс, биткоин-максималист, который говорит, что все, скам, даже эфир. Говорит, что по дэшу сейчас скорее лонг, прям много знаков на лонг, и он бы лонговал. И дает сетапы. Вот, ну да ладно, что я могу вам сказать, друзья. Я нахожусь в лонгах, я перевелся на этот унифицированный маржин-аккаунт, единый торговый счет, простите. Если вы смотрели вчерашнее видео мое, там все рассказано об этом, вот оно там тоже должно появиться, если я не забуду. Значит, я перевел, я оставил маленькую часть средств сейчас торговать, торгую в большом плече. Вот стою в эфире, в лонге, вот здесь зашел, стою, думаю, что надо сейчас забирать уже часть движения в Dash, в Dota и в Litecoin. Думаю, что надо потихоньку сейчас будет забирать часть движения, но не сейчас. Давайте отдалимся. На примере эфира посмотрим, куда все это может добро еще пойти. Если мы смотрим 4-часовик, то тут ситуация уже другая совсем. Как бы да, конечно, тут определенно есть у нас некое нисходящее сопротивление, которое можно сказать, что уперлись. Но можно также сказать, что вот мы его здесь уже пробили и отретестили как поддержку, да? Но вот в этом случае. Но, да, белым по белому рисовать это, конечно, сильно. Сегодня белая тема, потому что очень солнечный денек. Как я уже сказал, ребята, мега солнечный денек. Вы посмотрите, просто какая красота. Я буду периодически прерывать обзор. Вот эти вот аргентинские зеленые аллейки, это просто, конечно, какая-то отдельная история. Это просто песня, ребята. Да, это не реклама Starbucks, просто у них очень вкусный кофе. Мне кажется, что они в него что-то насыпают. Какой-то усилитель вкуса, помимо корицы, потому что нереально вкусно. Вот. Это пригород Буэнос-Айреса, Сан-Исидро. И мы возвращаемся к нашим графикам, смотрим, что же там. Да, погнали. Если вам нравится такой, кстати, travel вариант контента, тоже обязательно пампите лайки, потому что я буду стараться делать для вас его больше. Мы, помимо этого, с вами приходим сейчас просто к очень важному уровню. Посмотрите, уровню предыдущей поддержки. Посмотрите, сколько раз эфир здесь... Да блин, дайте мне цвет-то человеческий. Сколько раз эфир здесь ее отретестил? Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, да? И вот здесь. Ну, короче говоря, это реально определенный уровень поддержки. Сейчас он может отработать, опять же, как зеркальный уровень, как сопротивление, но только в моменте. Вот здесь, на зуме, понимаете, мы можем увидеть коррекцию, и то ключевое слово «можем». И то это может быть коррекция. Но если сейчас, допустим, это локальная вершина, ну, докуда коррекция может быть? Ну, до 0.38, или до 0.5, или до 0.618. Короче говоря, не докуда. Вот, обратно до вот этого уровня. Ну, будет коррекция, будет. А потом тузамун. Но возможно, что ее и не будет. Вот я о чем вам толкую, друзья. Возможно, что прошьем сейчас мы этот уровень. И это будет увидено буквально уже, когда вы смотрите это видео.
Напишите в комментариях, кстати, пробили мы этот уровень или нет, и что происходит. Потому что второй альтернативный сценарий, это что мы пробиваем таки, закрепляемся как на поддержке и улетаем в космос, на Луну. Просто закрываем все вот это падение уже не вот тут вот маленький этот ковш большой медведицы, видите, вот он, а вот этот вот большой ковш большой медведицы. Понимаете, друзья, какая маза? Вот что важно понимать на крипторынке, это отдаляться и смотреть глобально. А там, если мы глянем на недельки, так там вообще просто совсем другой коленкор. Мы видим, что эфир в аптренде. Да, у него есть вот эти пузыри, но сейчас он явно находится на накопительной линии, в нижней части этого накопительного канала. Явно не в пузыре, скажем так, вот в таком вот он, да? Поэтому не факт, что этот пузырь будет сейчас, он может быть и через несколько месяцев, и через полгода, но он, скорее всего, будет. И наша с вами задача забрать с этого сливки, а не нюни потом пускать, что крипта это скам, и вас побрили. Вот, в общем, да, мы видим, что альткоин капитализация растет. И вообще я хочу вам отметить, кстати, такую вещь, заострить ваше внимание, на том, что у нас тотал криптокапитализация 1 триллион. Один гребаный триллион долларов, точнее USDT. Это важно понимать, на самом деле, ни хрена не долларов, а USDT. И ни хрена не настоящих денег там нету, потому что если мы продадим сейчас все монеты, мы же их продадим по одной и той же цене, правильно? Значит, там гораздо меньше денег, потому что по рынку мы будем ее рушить. Ну да ладно, давайте пофантазируем, что там есть триллион. Вот. Тем не менее, это все равно еще очень мало. Это в долгую очень мало по сравнению с капитализациями госдолга США, золота, гречки и всего остального. Это все еще копейки. И мы внизу накопительного канала, у нас недооценка минус 52%. Короче, дорогие мои друзья, я даже круассанчика чуть-чуть можно съем? Сейчас скажу. Короче, пока другие продают, шортят и не веруют, мой вам финансовый совет. Дисклеймер, конечно. Но реально, финансовый совет, это накапливайте BTC внизу вот этого логарифмического канала. Посмотрите, он вообще, в прошлом медвежьем рынке он даже не был так низко, так долго, как сейчас. Он был в позапрошлом и в позапозапрошлом. В прошлом на коронадампе только его дали поймать. А сейчас вам дают закупиться, блин, нам дают закупиться, болван. А мы что делаем с вами? Хеджируемся, шортим. Короче, чуваки, давайте аккуратней. На Байбите держу лонги. Дисклеймер, не финансовый совет, но походу они сейчас пойдут в плюс хороший. Давно пора. На Фемиксе тоже снова начал собирать портфельчик. В долгую, я думаю, что хорошие цены. Вот у меня сейчас тут Dash, Polkadot, Tron, Link, Эфир Classic, Audio, Zcash, Avax, Litecoin, Waves. По чуть-чуть, короче, по чуть-чуть буду еще докидывать сюда. Здесь дают добрать до пятого плеча. Вообще без комиссии. Вот у меня сейчас до третьего где-то, да, с второго с половиной. Можно занимать тезер без комиссии или даже альты, продавать их, шортить и покупать другие альты. Короче, очень крутая маза, именно кросс-марджин, не фьючи, а очень крутая маза в кросс-марджине на Фемиксе, по нашей ссылке из описания. А также на бирже Гейт, ребята, тоже есть ссылка на нее в описании. На ней, что примечательно, на ней есть каста. Если вы задолбались скупать касту по стакану на Байбите, то можете это делать еще и на Гейте. Я вот, например, начал. Купил здесь уже 50 тысяч монет по средней цене, ну вот примерно вот по этой. Вот, думаю, что будут расти, верю в проект, у них очень бычьи новости, чуваки. В Европе и в Латин Америке уже используют, можно создавать ИБАН и рассчитываться там криптой со своего банка и наоборот. Это очень удобно, это вам не скам какой-то, как говорят всякие неудачники. Так что, друзья мои, CandleWave тоже ссылка в описании. Обалденный сервис, посмотрите наш обзор с BlaBlaCrypto, как им пользоваться, как по нему торговать. Собственно, будем смотреть по нему сигнал sell, опять же, появится, не появится ли. По хитмапу следующий сильный уровень 27 тысяч. Смотрим, как цена отреагирует на него. Если никак, то 27200, 27400, 27500, куда-то туда. Можем улететь со свистом. Но ключевое слово «можем», друзья, это рынок. Тут никто не застрахован. Поэтому все ссылки в описании. Спасибо, что смотрите. По Дэшу я лично жду, что он придет к какому-нибудь resistance line по тону. Вот хотя бы resistance line первый, у него $60. $60 за монету, это можно сказать первый тейк. А второй тейк вот это 100. $115 за монету. Вот по Dash ждем вот такие вот штуки примерно. Лонгуем, как говорится. И забираем профит. Спасибо всем профитроли и до следующей встречи. Пока.
Так что вот, ребяточки, еще раз говорю, если вам нравится вот такой вот контент с такими движухами, с таким солнышком, с такими деревьями, с такими вот мотоциклистами, то дайте знать в комментариях, буду больше снимать натуры для вас. Всем профитроли, пока!